Спасибо. Серый, спасибо тебе. Спасибо, от души душевного душа. Спасибо. Сейчас я Роме переведу опять. Прям. Давай. Вон, мам, кстати, пишет. Юморист, привет. Привет. Сейчас я, мальчик, привет, покажу. Скиньте хоть нам. Скиньте хоть нам 5000 на бухлом даче. Нам с Аркашей хоть 5к на бухлом даче. Скиньте. Нам хоть 5000 с Аркашей, чтобы на даче забухали, скиньте. Гришанька? Да он уже, если честно, не в адеквате. Я пьяный, я бухой. Немножко не в адеквате уже. Я бухой, брат. Брат, я бухой, братиш. Возьми трубку. Я бухой, брат. Да это не имеет значения, мы против. Слышишь, ага. Ты же мне Новый год испортил. Ты же мне мою нюху, ты же мне Новый год обосрал, ты вспомни, как ты мне обосрал Новый год, мою нюху, ты вспомни, как ты мне мою 30 год обосрал, я не до тебя только съел. Да я из-за тебя! Я из-за тебя, пидорас! Да не кричи ты! Но! Дима! Да расскажи! Да это я поговорю! Да расскажи, ты чепуха! Алло! Да расскажи! Подожди! Да расскажи! Я из-за тебя только! Ты мне 31 декабря мою нюху испугаю! А теперь выкинь его телефон и подари ему сам телефон. Тебя жалко затушит. Да мы с тобой разговариваем. Что нам с тобой разговаривать? Какой ты натуре, Гриша, ты? Да ты на тебя посмотри. Ты сегодня завтра плечня закроет. Я знаешь, скажу, что каким бы он ни был героем, он в ЕГБ никогда не приедет. Он в ЕГБ никогда не приедет, Серов. Да. Он в ЕГБ. Но он не приедет никогда. Он никогда не приедет. Он, всего, Саня, я понял. Он за свое сказанное, ну, не сможет там никак. Ну, отрываться никак. Он понимает, что в ЕГБ. Его ждут и приключения. Он в Екатеринбург даже ногой не ступит. И не сунется. Он в Екатеринбург, в ЕКБ, даже ногой не сунется. Я с ним уже 4 раза в этом, когда был в Таиланде. Мы вот так вот лицом к лицу стояли. Он мне испортил день рождения. Да я выскочу, отвечаю, если бы выскочил без Б, Тимур. Без Б выскочил бы. Он герой там. Он герой вот перед Васькой. Васька, бедолага, уже хочет Антона в кухню. Васька уже всех будет там. Ром захватил. Белую,
Я хочу в Кохму к матушке, к пятерочке. Я хочу с Серегой, елы-палы, с Андрюхой забухать. О, смотрите. Он его не отпускает. Тихо. Я тебе больше скажу. Так, я тебе больше скажу. Ты приедешь только через год сюда. Господи, Серый, ну не топи себя сам. Ты же сам себе топишь, ёпты. Я же помогал ему. Я помогал. Помогал. Мы на него топили. Мы ему денег сколько спали. Искренне топили. От души. Дорогой мой человек, ты не дай бог, чтобы это произошло. Но если ты сядешь, от меня помощи больше нижней никакой. Я тебе буду. Так ты мне устроил Новый год, мою днюху 31 декабря. Так ты мне и сделал. Ты мне не подарил, даже поздравления не сказал. Еще и денег спросил. Еще и денег, говоришь, 20 тысяч бат, займи мне. Поверь мне, дружище. Дай. Я тебе не помогу больше, все. Не дай бог, конечно, тебе. Но если ты, не дай бог, сядешь, от меня никакой помощи. Ну, правда, я тебе говорю, как есть. Никакой не жди, не будет. Я понял, что за ты за человек. Я тебе помогал столько, я рвал очко. Тебе, сука, вынесли всю хату. Тебе хату в нулину. Мне Реутов, Виталий. Мне Виталий Реутов говорит. Ну, в натуре хату, вот. А как же не дать соврать? Мне Виталий говорит, ему в натуре хату. Я говорю, Виталий, я жопу рвал за этого человека просто до последнего. Я не буду больше рвать, не буду. Я понимаю, что ты за человек. И поверь мне, ты в Екатеринбург. Ты в Екатеринбург. О, пропущенный. Ты в Екатеринбург никогда не приедешь. Ты никогда не приедешь в Екатеринбург. А, запрещен звонок. Ты никогда не приедешь в Екатеринбург. Поверь мне. Поверь мне. Гриш, вот ты сейчас зачем лишнего? А что лишнего? Скажи, что лишнего говорю. А ты прямо уверен в том, что Серый туда не приедет? Куда? Про что ты сейчас говорил? В Екатеринбург? Да. Нет, это я для себя интересуюсь просто. Не, Вась, я тебе скажу прямо, и даже, ну, Виталий это увидит стопудово. Вась, я знаю, что вы с ним вдвоем приедете, тебе, братуха, ничего не будет. Но ему все равно. А скажи, вот на один вопрос ответь мне, вот просто один вопрос, вот просто как человек. Скажи, тебя жаба душит, что Гашек бригаду снимает? Да, ну, честно, нет. Чё-то как-то сам нет, правда сказал. Чё-то как-то... Ну, жаба душит, ну, скажи, будет жаба, что Гашек снимает бригаду, жаба душит, хоть чуть-чуть, немножко. Это не актуальный вопрос, Гриш. Это не вопрос. Давай. Здесь в Москве снимаем выпуски, у нас больше 100 тысяч просмотров на каждый выпуск. Понял? Больше, чем у вас, у каждого. Месяц джаб. Здесь. Я просто за себя отвечаю. Что ты за себя всегда отвечаешь. Будешь стоять, слово сказать не сможешь. Но против слова не скажешь, когда я перед тобой буду стоять. Да я с тобой ругал. Да я с тобой в Таиланде ругался раз в 5, ты что гонишь, что ли? Чуть не на драки заходило. Хотел бы с этим согласиться, что несколько раз было такое, что чуть до драки мы с тобой не ругались. Ну, было. Там была, там уже по всем рыбам ориентируется. По всем рыбам там уже двигается, там уже. Акулы, не акулы, там
пираньи, пираньи там, пилатии там, эти, как, скаты, не скаты там. Алло, алло. А что там, где серый-то? Алло, алло. Занят маленько. Что этот секретарша Василий, так там что, движуха вообще? Секретурка Василий, как там? Секретурка Василий, как там, сыновка? Да ты Ты сколько этого, Василий? Не должно, тебе никто не грубил. Ты немножко обохмелись. Берега немножко. Ты из себя-то прикинь. Так ты нормально общайся, Гриш, с тобой по-человечески, а ты чё? Так я же с тобой нормально, чё это? А, ты изначально ты нормально мне сказал, да? Ты... А как я же говорю, серого, дай трубку. Так нет, ты не так сказал изначально-то. Правда сказал. Дай хозяину. Это девушка. Дай хозяину трубку. Обиженная девушка. Нет хозяина. А ты можешь прямо сейчас об стену телефон, с которого ты разговариваешь, который я тебе купил. Чего? Ты вот сейчас разговариваешь со мной по телефону, который я тебе подарил, там хозяин. Купил. А ты можешь сейчас его в стену просто, чтобы он потерялся телефон. А тебе твой лучший друг купит iPhone 12 купит. Гриш, вот давай начнем с того. А зачем ты мне его от души вкупал? Я тебе знаешь, почему бы выпал, чтобы... Нет, этот... я тебе скажу, как есть, я тебе говорю же. Я тебе покупал его, чтобы этот лысый хоть немножко по тишине был, все. Я тебе его не от души покупал. Сразу могу сказать, не от души. Ты решил просто типа серого уткнуть, да? Да, чтобы он немножко радостный был.